Молишься в плодородии, что ли? Хочет детей, наверное. А вот еще одна бежит. Бежит. Тоже игуана, все игуана. Да. Это огроменная. Don't kill this bird, please. Now I got it. You can kill now. Okay, honk your horn. We'll watch the wildlife. Я снимаю. Что Арви, ты говоришь? Это вот фламинго. Ну как, Анфис? Подойди поближе, Арви, протяни палец. Ну протяни пальчик, протяни. Протяни пальчик. Слушай, а как они смешно парочками еще? Ну так у них любовь. Да, у всех вот так вот они, нет, там есть тройня. Они втроем. Ну у них все тройная любовь, шведская. Вон там шведская. Анфисик. А смотри, этот просто ходит строго. Посмотри, как получилось. Арвид руку показывает, и ты получилась. И эти красавцы. Так, Игорь встанет и сфотографирует. Красивые, как они. Слушай, какая сказка. Здесь что-то живет, говорит Арвид. Что же это такое там живет? Ой, что-то живое явно. Это вы тут живете, либо Фазиковна? Так мне надо, чтобы он морду поднял. Эй, он поднял морду. Ой, какой товарищ. Ой. Давай. Где? Вот. А это так видно. Вот еще один. Все, исчезли. А, вот он. Вон, видишь, любопытство еще глаз. Ага, точно. Смотрел. Под мексиканскую музыку очень хорошо. Поэтому, вот это да. И народ с камерами пошел, Игорь. Иди. Не разрешается. Не разрешают? Нет, там закрыто все. Кушать хотят, конечно. Плавает.
Вот там, что ли? Вау, с маленьким. У них там... Вау, какая огромная. Жуть. Страшно. Амос, пойс. Тапир, 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 тапир. Тапир, тапир, тапир. Хорош. Ну, иди сюда. Вот, кушает хорошо. Вот, вот. Вот тут они роликовским занимаются. Ну давайте. Хотят. Вот этот вот хитрец, которого Арвид откопал. Все, а сейчас спрятаться, и глазки будут торчать. Смешной. А вот их двое. Кажется, был прав. Точно прав. Декабрь 2006 года. Осталось еще 6 лет по майскому календарю, когда цивилизация Земля закончится. Хотя майская цивилизация закончилась. Да, раз, раз. Привет.